Так, ну, в общем, как и обещал, бокс, сама камера. Из потертостей только кнопка. Вот здесь вот о карман потерлась. Ну и на кнопке видно следы использования. Вот она пролежала, ну, где-то месяца два или три. Попробую включить. Включается. Заряд еще половина. Так, следующий переходник Type-C, переходник Lightning для iPhone, кронштейн крепления, мини чехол на камеру, переходник под HDMI кабель с Type-C, соединитель Type-C, Type-C, обычный кабель для сброса данных, два адаптера под один микрофон, либо под два микрофона раздвоитель, для того, чтобы с карты памяти можно было считать, ну и совершенно рабочий микрофон-петличка. Все, могу запаковать и в течение получаса отправить. Жду перевода.